Крымские таможенники не пропустили на территорию республики партию запрещенных веществ. 260 контрабандных таблеток были отправлены в Крым по почте. Житель Крыма заказал партию запрещенных веществ через интернет. Таблетки он собирался принимать для набора мышечной массы. Содержимое посылки заинтересовало правоохранителей. Сотрудники таможенной службы изъяли вещество и направили его на экспертизу, которая установила, в составе таблеток содержится хлордегидрометилтестостерон, который внесен в список сильнодействующих ядовитых веществ, а также запрещен к обороту в Российской Федерации. В настоящее время оперативными сотрудниками Крымской таможни осуществляется проверка на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда сильнодействующих веществ».